Бывает всяко. Дом, подушка, красивый бантик на руках, собака — символ и игрушка для выпендрежей на балах. Шампунь и тьма, чтоб дохли блохи, гламурный словом антураж для светской львицы или рохли, впадающей в звериный раж. А есть иное. На помойке сражаться за любой кусок с такими же, как ты, и ловко сбегать от ярых грозных псов. Бояться всех. Угрюмых деток, плетущихся с пустым ведром, старух, кряхтящих, их соседок, зевак, глазеющих в окно, как на клондайк, на кучу ссора, на дворников с большой метлой, гремящих лап мусоросборок, облав ведущихся толпой. Все это ведомо бродяжкам, пехоте кобелей и сук, случайно выжившим дворняжкам, не знающим хозяйских рук. И потому, когда в запале с помойки их берут во двор щенком, комочком жалким, вялым, считай, что Богом мечен он. Ведь будут дом, вода и миска, и будка, и, конечно, цепь. И сам хозяин рядом, близко, смотреть и не пересмотреть. Теперь он нужен. Колченогим, смешным, с неряшливым хвостом, зато на зависть очень многим есть у него и стол, и дом. Зато есть служба человеку, который имя даст и хлеб, и будет предан пес навеки. Благодаря судьбу и цепь.